то есть, давайте я вам тогда в лоб задам этот вопрос. Это то, что вам правительство Москвы передает название, говорит, Москва, это никак не связано с Петербургом. Нет, никак не связано. Я не буду никак связан с правительством Москвы, никак не буду связан со станцией, говорит Москва, вообще никак. Никак. Угу. Просто мне нравится, послушайте, значит, у них есть станция, говорит Москва, которая, насколько мне известно, на рынке там одна из не очень значимых. Вот они просто, ну, каким-то образом согласились, это не я веду переговоры, это скорее там, кстати, вопрос там, с Гуцериевым, вопрос к Мамонтову, не я переговоры. Я просто сказал, что мне бы очень понравилось говорить эти слова. Мне это нравится. Понимаете, вот это, слушайте, вот сейчас. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Наши части перешли в наступление под Прохоровкой. А там так джинглы будут обыгрываться вашему? Обязательно. Говорит Москва. Ну вот, естественно. И значит, ввиду того, что никакого другого глубокого бархатного баритона в стране просто нет. Ну нет, понятно, да? Нет.